По региональной программе «Чистая вода» обновлять ставшую непригодной в силу своих лет систему водоснабжения села Вышки начали в 22-м. А 24 июня этого года рабочие завершили знаковый для всего проекта этап работ. Установили две новые водонапорные башни. В сравнении с покосившимися ржавыми старичками новые башни эффективнее, да и просто выше. Перед тем, как они начнут свою работу, нужно проложить оставшиеся коммуникации, а пока блестящие на солнце колоссы лишь привлекают одобрительные взгляды местных жителей. Кстати, о людях. Сейчас население села Вышки составляет всего 500 человек. Из-за комплексности работ «Чистая вода» здесь обошлась в 55 миллионов рублей. В областном Минстрое отмечают, разовая трата – это инвестиция в будущее. В обозримом – серьезная экономия денег и времени на регулярном ремонте старых гнилых труб. В долгосрочной перспективе важны инфраструктурные подспорья и гарантии развития территории. Новая стройка, новый водовод, новый водозабор, новые водонапорные скважины. И в целом протяженность этого водовода составляет 13 километров 400 метров. 90 почти 7 колодцев будет на территории и 30 почти гидрантов для пожарных целей. Готовность объекта сейчас около 70%. Помимо двух установленных минувшую субботу водонапорных башен, а также станции водоподготовки, рабочие завершили монтаж насосных групп и скоро закончат с обустройством коптажей. Сложности добавили местные грунты. Пласты глиняных пород, распространенные на территории всего поселения, тормозят раскопки. Плотная липкая почва забивает даже ковши экскаваторов. Но, по заверению подрядчика, на время сдачи объекта и качестве работы досадная особенность местности не повлияет. Изначально за обустройство индивидуальных врезок в магистральный водопровод отвечал водоканал, но ради экономии сил и времени эту процедуру также решили передать строителям. Совместно с администрацией, совместно с министерством строительства решается вопрос о изменении. То есть у нас магистральный трубопровод в контракте отражен, а врезок жителей, к сожалению, не было. А вот сейчас как раз мы пришли к тому моменту, что будем врезать жителей своими силами. Полное завершение реконструкции системы водоснабжения села Вышки запланировано на конец этого лета. Подрядчик обещает успеть.